Возвращаемся к теме выборов. Приднестровье готовится к единому дню голосования. Напомним, 29 ноября выбираем депутатов в Верховный и местные советы. В селах выберут и глав. За прозрачностью процесса будут следить наблюдатели, в том числе международные. Без их контроля не обходятся ни одни выборы в Приднестровье. И Центральной избирательной комиссии, и, как по имеющейся информации, Верховным советом заблаговременно были направлены соответствующие приглашения для международных наблюдателей. Ожидаем представителей Федерального собрания Российской Федерации для осуществления функций по мониторингу. Ждали наблюдателей и из других стран, но пандемия внесла коррективы. Границы частично закрыты, поэтому сказать, сколько приедет гостей, пока сложно. Впрочем, уже известно, скорее всего, на эти выборы не смогут приехать представители Южной Осетии, Нагорного Карабаха и Абхазии.